Привет, друзья! Сегодня будем разбирать с вами песню Михаила Круга «Фраер». Тональность родная, ре минор. Сыграем пару куплетов и разберем. Смотрим. Что ж ты, фраер, сдал назад? Не по массе я тебе, ты смотри в мои глаза. Брось трепаться о судьбе, ведь с тобой мой мусорок. Я попутала рамсы, завязала в узелок, как тугие две косы. Помню, как ты подошел, как поскрипывал паркет, как поставил на мой стол чайных роз большой букет. Для начала давайте разберемся и с боем. У нас здесь несколько вариантов боя. Первых два куплета играется одним, остальные куплеты играются вторым. Смотрим первый. Значит, играем бас на аккорде ре минор. Это у нас будет четвертая нотка, струна, потом пятая. Играем бас вниз-вверх. Дальше второй бас, пятая струна. После этого играем первую, вторую и третью струну. Тремя пальцами. Понятно с этим боем. Значит, басовые нотки на аккорде ре играется четвертая, пятая, на аккорде до пятая, шестая, на аккорде фа шестая, пятая, на соль миноре мы быстро его проходим, играем только шестую, на ля мажоре тоже шестая, си бемоль шестая, пятая. Сразу разберем. Здесь будет такое место. Играем первую струну шестой и восьмой лад. Вот. Дальше. Когда мы сыграли два куплета, у нас идет такое место. Как его играть? Я это играю так. Беру на первом ладочке третью струну, сразу прижимаем второй лад, потом вторая струна, третий лад, открытая первая, и это у нас по ре минору получается нотки. Дальше играем четвертую открытую и первую. Играем сразу заглушку, пятую, и прижимаем первую струну на третьем ладочке, отпускаем. И снова четвертая и вторая. Вот, в принципе, вот вся песня, аккорды. У меня все подробно будет написано на сайте самоучка-на-гитаре.ру. Смотрите, там будет все подробно. Всем спасибо, пока!